пройтись вокруг озера, погулять. Погода классная. Ну как, могло бы быть, конечно, и лучше, но солнышко выглядывает. Нет-нет, тучки есть на небе, но все равно уже приятнее, чем без солнца. Сейчас я вам покажу Саньку. Он теперь в новых очках. Мы вчера съездили в оптику и забрали его очки. Ну-ка, Саня, покажись. Так. Как вам очки Санькины? Модные. Модные. Вот. Едем сегодня опять с друзьями. Они нас вытащили, говорит, поехали куда-нибудь погуляем, походим. Вот решились. Здесь мы спустились вниз на Нида Музази. Здесь вот есть кемпинг. Лесь, здесь пляж. И могут посещать его все. Да? 4 евро стоит вход. Даже не те, кто не кемпует. А, окей, прикольно. Здесь плавают. Да, здесь, наверное, летом все полно. Да, ну здесь холодно. Детская площадка, прикольная. Да, детская площадка вот здесь. Классно. Смотри, мама, покажи. Что с ним? Ой, курица ходила, наверное. Классно. Здесь вторая курица. Жалко, что сегодня так сильно ветрено. Прохладный ветер очень. Мы так толсто не оделись. Здесь домики стоят в виде бочки. Думаю, их можно будет арендовать. Кемпинг откроется. И приезжают на выходные и снимают такие домики. Наверное, ничего не видно. Наверху большая кровать и по бокам две маленькие. Через стекло плохо видно. И вот у них еще на кемпинге есть вот церковка, маленькая такая церквушка. Здесь проводят службы с колоколом. Как красиво он украсил. Пасхальные яйца, пасхальные зайчики. Двор такой большой. А вот, ребята, смотрите, цены на купальный сезон, если ходить купаться на пляж сюда для гостей. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня хотим рыбку на обед приготовить. Только я не знаю, получится на обед или нет. Даже обед кончается. Скорее всего, на ужин. Купили мы вот такое дорадо. Но она не чищенная. И теперь Санька ее чистит. Я думала, она уже готовая, почищенная. А не тут так было. Тут вот горбушка, вот тут и плавники, вот тут вообще не чищены. Схалявили на заводе. Видишь, какой молочок? Угу.
рыбка вкусная. Вот, друзья, я рыбку замариновал уже. Пакетик порвался. Вот такую приправку мы привозили с Болгарии. Решили попробовать. И я еще вовнутрь положил дольку лимона. Сейчас я разверну. А, ты ее туда положил? Я его туда положил. Потом, когда буду жарить, я его вытащу. Угу. И хотим еще креветки пожарить. Ну, эти я на сковородке. На сковородке будем. С маслом жарить. И с чесночком хочу вот попробовать. Попробуем, сделаем. Смотрите, украсила я на Пасху немножко у нас здесь, на кухне. Повешала вот такие яички на вербу. Очень красивые и прозрачные. Вот эти мне очень нравятся. Они здесь такие с рисунком. Там соломка и перышко внутри. Очень красивые. Вот здесь немножко украсила. Сейчас покажу еще. И вот здесь еще на стол я поставила немножко декорацию. Гвоздички, конечно, уже испортились, высохли половина. Они уже почти целый месяц у меня здесь стоят. Надо тоже что-то свежее завтра купить, поставить. Вот так вот украсила немножко тоже на стол. Готовимся к Пасхе. Ребята, всем привет! В позапрошлом видео мы обрабатывали наш стол. И я теперь такая счастливая, что нету у нас больше этой фольей, этой клеенки наверху, что он такой, какой он и должен быть. На нем ничего не остается, никакие пятна, ни от воды, ни от еды, ни от соуса. Просто тряпочкой вытираешь и все. Я теперь счастливая, что у нас получилось с этим маслом этого добиться. Вот. Классно вообще. Классное масло. Саня, иди подмети в автодоме, пока я яйца чищу. В автодоме подмести? Сейчас сделаю. Подмел уже? Да, я и пол помыл. Молодец, еще и помыл. Можно ехать куда-нибудь. Друзья, помните, мы купили в автодом ковролин? Я сейчас Олесе предложил, говорю, давай сделаем ковер, вырежем. Все, у Олеси нет терпения, бросилась, схватила ножик. Смотрите, что она делает. Все. Добралась. А, Олесь? Да-да. Тебя снимать или помочь? Можешь снимать. А сверху классно ты это ползаешь. Да-да. Все видно зрителям. Надо будет, чтобы он разлегся. Хорошо, вот так классно, блин. Ногам тепло, да? Угу. Давай я тебе что помогу, а то я стою, зрители напишут, скажут. Да, дом не делает, не дом строит, сама да. Строила, да. Дом сама строит. Дом мы строили вместе. Не переживайте. Главное, чтобы не коротко отрезать. Не, чтобы ты линолеум не порезал.
Ну ты знаешь, да? Ну как бы да. Сейчас я вам покажу, что мы сделали. Смотрите. Положили тепич. Как уютно теперь стало. Так классно, ногам тепло. Вообще ништяк. Классно. Теперь так уютно смотрится. На пасочку повешали. Крантик такой. Вот теперь смотрите, как. Как вам? С паласиком. Вообще, а ходить так классно. Ноги даже не так мерзнут, как босиком. Мы вот постояли на линолеум и постояли потом на паласе. Классно. Во, работу хорошую сделали. О, запах такой чесночный, идет классно. Олеся чеснок обжаривает. Запах такой классный. Обжаривает чеснок в масле. Сливочным. Да. Вот так, брызгай. Я опять этот не одела, пап. Они уже вареные, их только поджарить, да? Да. Так, одела я свой фартушек. Тут мы поставили сейчас для рыбки грень. Промариновалась? Ага. Ну, пахнет хорошо. А это цитронку надо убирать? Я думаю, лучше, может быть, убрать. Не знаю. О, как пахнет. Запах какой классный. О, Леся на свое слабое место. Креветки — это слабость. О, классно. Солить не надо? Не надо. Как в этом, как в Болгарии в масле. Угу. О, их только долго не надо, да? Минутки 3-4. Мне кажется, все, да? Хватит, потому что если сильно долго сделать, они жесткие будут. А, посмотри, какая красота. О, как пахнет. Если бы вы бы сейчас тут бы были бы, так бы чувствовали бы этот аромат. Запах. Аромат. Чеснока. А-а-а. Потом цитронкой сделаем на месте, да? Переходим к рыбе. Блин, она, наверное, даже вся не влезет. Одна не влезет? Как раз. Вау. Это самая большая, да? Красота. Закрывай. Интересно, сколько она теперь будет жариться? Ну, она сейчас, это быстренько. Угу. Минут 5, наверное. А это больше или это меньше? Это меньше. Угу. Да, чуть-чуть больше. Так, Алиночка там уже стоит, уже тянется. Чё, Лин, слюнки бегут? Ты не воруй, да? Я посчитал их там столько, я запомнил, как они лежали все. Алина стол накрывает. Я уже не удержался, ковырнул. Олеся, очень вкусно. Маринад такой очень-очень вкусный. Кто с нами ужинает, всем приятного аппетита. Хотел обратиться к подписчикам. YouTube сейчас отписывает подписчиков и убирает колокольчики. Проверьте, нажаты ли у вас колокольчики, потому что у нас просмотры сильно упали, и люди заходят через 3-4 дня только на наше видео и
комментируют, пишут, да, что наконец-то мы в эфире. Большая просьба, проверьте у себя колокольчики. Да, и уже многие обращались, говорили, что у них пропали колокольчики, да? Так что очень большая просьба, проверьте. Ну, на этом мы закончим наш влог. Оставайтесь с нами, будьте здоровы. Ну и подписывайтесь на наш канал, кому интересно. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.